Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Lenovo Tab A1030, Lenovo Tab 2 A1030, изменить язык клавиатуры. Для этого в первую очередь переходим в настройки. Затем переходим в раздел «Язык и ввод», «Клавиатуры», «Google», «Язык». Затем, чтобы выбирать языки, выключаем функцию «Язык системы». Перед нами появляется полный список языков, на которых мы можем писать в данном планшете. Давайте выберем, к примеру, греческий. И попробуем написать что-нибудь на греческом языке. И как видите, теперь у меня появилась греческая раскладка на моем планшете. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!